Требования, предъявляемые к разработке логотипа, по сути и фирменного стиля Бреста, непростые. Дизайн должен быть оригинальным, свежим, креативным и интересным. Нужно, чтобы логотип цеплял и легко запоминался. Выбор из 20 конкурсантов – дело только на первый взгляд простое. Обойти и опередить конкурентов удалось дизайнерам Владимиру Гришкуту и Владимиру Любчуку. Мы упустили, к сожалению, возможность поучаствовать в тысячелетии разработки логотипа, в тысячелетии города Бреста. И решили, что в этот раз мы 100% будем участвовать. Занимаемся дизайном уже несколько лет, и мы больше работаем с юридическими лицами, с компаниями, решили попробовать себя в социальной сфере. Это достаточно интересный опыт, и в будущем надеемся участвовать. По мнению жюри, работа отвечает всем требованиям. Оригинально, лаконично, выразительно. Молодые люди не имеют профильного образования, но это не помешало им заслужить почетное первое место. Председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук вручил ценные призы молодым людям. В первую очередь, что мы отобразили в логотипе, это люди, которые объединены в одно целое, держатся за руки, что символизирует единство. Второй знак, который можно рассмотреть, там, это символ сердца, то есть это общепринятый символ любви, также который является основой всего. А еще солнце и цветок. Они, кажется, олицетворяют жизнь и процветание, а также неизменный атрибут герб Бреста подчеркивает историческую значимость.